Повести детей 1 июня нефтекамцам будет куда. Самая насыщенная программа по традиции ждет горожан и их малышей в городском парке. Именно там при поддержке сотрудников Комитета по делам молодежи состоится ряд конкурсов и соревнований. Однако самым ярким событием в исполнении начинающих артистов станет музыкальная сказка, которая будет поставлена прямо на большой сцене в парке. Первый раз на большой сцене мы проводим такое мероприятие «Сказка». Я думаю, что театрализованное представление будет очень интересно детям, поэтому в течение часа будет театрализация, затем будут конкурсы, игры, подарки для наших юных участников. Параллельно со сказкой и проведением различных состязаний в части, где расположены аттракционы, начнутся традиционные катания. Правда, 1 июня они станут чуть доступнее для горожан. На ряд аттракционов будут установлены цены прошлого года. К тому же по билетам пройдет розыгрыш ценных призов. Также в течение дня будет проведен розыгрыш путевки в аквапарк, велосипеда, роликовых коньков. К тому же к празднику защиты детей в парке планируется запустить в дополнение к прежним аттракционам и несколько новых. Так что родителям и детям будет где провести яркие и запоминающиеся выходные. Напомним, что парк начнет свою работу с 12:00. Приходите в парк! Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».